На сессии сегодняшней как бы только часть работ, связанная с комплексом НИКа, была озвучена. Это, прежде всего, конечно, состояние ускорительного комплекса, инфраструктуры и двух детекторов. Что касается ускорительного комплекса, что работы идут в соответствии с новым планом, согласно которому мы надеемся, что первые попытки провести пучок будут в конце этого года, а реальная работа уже в коллайдерной моде начнется в следующем году. Все основные установки, связанные с прикладными исследованиями, фактически уже готовы. Осталась только проводка пучка и обеспечение необходимых там элементов для того, чтобы пучки дошли до всех станций, которые запланированы в нашем комплексе прикладных исследований. Что касается детектора MPD, то все будет фактически завершено, и до конца можно будет завершить монтаж, за исключением только элементов, связанных с электромагнитным калориметром. Потому что в Китае была задержка, и 400 модулей, которые сейчас нужно где-то произвести, возможно, будут задержаны. По остальным системам детектора все идет более-менее в рамках плана. Другой крупный объект инфраструктурный – это криогенный компрессорная станция и весь криогенный комплекс. Здесь все идет по плану, и как докладывал Николай Николаевич Агапов, главный инженер лаборатории, мы не видим проблем в реализации этих планов. БМН – это проект, который уже занимается физикой, уже выдает физику, уже несколько публикаций научных, и мы ожидаем очень интересные результаты.